Ну, я думаю, что нужно перенять опыт в этом вопросе стран, которые не первый год сталкиваются с этой проблемой. У нас была закрытая страна, и вопрос миграции был решен. Сегодня Россия – это очень открытая, очень доброжелательная для всех страна. И, к сожалению, сюда не едут, скажем так, грузинские князья или князья из Италии или графья из Франции. Да, сюда приезжают люди в поисках заработка, ну, будем откровенными. Да? То есть люди, у которых все хорошо, они живут у себя там, и у них все хорошо. И поэтому мне кажется, что вопрос миграции, он просто, ну, опять-таки, не мне решать эти вопросы. Вы просто спрашиваете мое мнение. Я считаю, что просто перенять опыт и действительно этот вопрос нужно каким-то образом стабилизировать, чтобы все понимали, что ведется учет людей, которые приезжают сюда, потому что это, опять-таки, наша с вами безопасность, да? То есть, конечно, Россия обладает, мне кажется, таким качеством уважения к людям, которые приезжают в нашу страну. Ни в какой стране нет такого уважения к приезжим, причем не просто Ростроповичу или Фетисову, да, которые заслуживают этого уважения и к ним там относятся в Америке. Мы немножко люди в других странах, ну, в России страна, Россия страна, которая очень уважительно относится к приезжим сюда, даже с каким-то пиететом, я бы сказал, да, особенно если какие-то гости из Западной Европы, из Америки, ну, очень уважительно, поэтому мне кажется, что здесь просто нужно наладить вопрос, и Россия никогда уже, не думаю, не станет закрытой страной. Мне кажется, просто нужно какие-то принять законы, которые будут позволять уже людям, находящимся в России, чувствовать себя просто в безопасности. Вот и все. И, конечно, сказать, что какие-то жестокие законы будут приняты к мигрантам, я просто в это не верю, потому что, опять-таки, как показывает опыт, у нас есть какое-то уважение к гостям нашей страны. Поэтому здесь просто перенять опыт стран, которые уже сталкивались с проблемой миграции. Да? Там сейчас и Франция может поделиться этим опытом, и, безусловно, Соединенные Штаты Америки могут поделиться этим опытом, и Великая Британия. То есть здесь, мне кажется, просто посмотреть, какие тенденции были. Мы молодая страна, несмотря на то, что у нас там огромный опыт, огромная территория. Да? Молодая страна, и просто в эти вопросы, мне кажется, можно позаимствовать ответы у других.